Четвертый чемпионат школьной волейбольной лиги Чувашии выявил сильнейшие команды. Накануне в спорткомплексе Новочебоксарска прошли финальные встречи. За призовые места среди девушек столичных школ боролись ученицы гимназии номер 1 и среднеобразовательной школы номер 60. Сельские команды представили волейболистки Маргаушской среднеобразовательной школы и Янгорчинской Вурнарского района. Парни из Чебоксарской гимназии номер 1 и Новочебоксарска боролись за статус лучшей городской команды республики. Батриевские и Канарские районы за лучшую команду из села. Пробуем популяризации спорта заниматься волейболом и готовить свои кадры для того, чтобы наши волейбольные команды, а на сегодня и мужская у нас неплохо выступает, женская, вообще девчонки играют в высшей лиге Б, это престижно очень. Мы растим кадры. Школьная волейбольная лига – это кадры растим для нашего профессионального волейбола. В результате упорной борьбы звание абсолютного победителя чемпионата среди юношей завоевала команда Тойсинской школы Батриевского района. Среди девушек в группе городских школ первой стала гимназия номер 1. Среди сельских – Янгорчинская Вурнарского района.